Прицеп без колеса, красно-белое ДТП, кража презервативов и 10 лет за 50 граммов. Привет, друзья! Вы смотрите «Место происшествия», эксклюзив, неподдельные эмоции, то, к чему равнодушным быть нельзя. Наши ролики и выпуски вы можете найти в соцсетях. Я Сергей Пичугин, здравствуйте! И начнем сегодня с ДТП. На трассе Киров-Орлов у деревни Казаковцевы в аварию попал водитель Нивы с груженным прицепом. Он уходил от встречной иномарки, которая выехала на встречную полосу. Внедорожник оказался на обочине, а потом «Ладу» занесло. В итоге у прицепа оторвало колесо и доски выпали на дорогу. Автор видео надеется, что эта запись пригодится водителю Нивы, если он планирует наказать нарушителя на белой малолитражке. А в Кирове на перекрестке улиц Ленина и Хлыновской произошло стандартное для города ДТП встречных автомобилей. Одна машина едет прямо, вторая поворачивает налево и не уступает первой дорогу. Судя по видео, в этой аварии виноват водитель красного хэтчбека. Обоим повезло, что удар получился не сильным. Полиция изучает обстоятельства ДТП на проспекте Строителей. Там упал и получил травмы один из пассажиров автобуса. Больше информации об этом и других ДТП в нашем обзоре. По данным ГИБДД, авария произошла в 16:10 напротив дома 11 по проспекту Строителей. Судя по съемке с камеры наблюдения, водитель автобуса ехал по маршруту и в какой-то момент завернул в ближайший проезд. Видимо, в этот момент он понял, что упала и травмировалась женщина-пассажир. Однако по записи видно, что пазик никто не подрезал, резко машина не останавливалась. На место вызвали бригаду скорой помощи. Вечером на улице Тимирязева произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись ВАЗ-2111 и «Шкода Кодиак». У отечественного авто сломался бампер и разбились фары. 52-летняя женщина-водитель иномарки обратилась за медицинской помощью. Еще два автомобиля столкнулись в Кирово-Чепецке на улице Первомайской. «Семерка» врезалась в «Форд Фокус». По данным госавтоинспекции, пострадала 49-летняя женщина-водитель «Жигулей». Она также обратилась за помощью медиков. Сергей Пичугин, «Место происшествия». Аптекари на улице Современной разыскивают похитителя презервативов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как компания подростков стояла в очереди, и один парень в тапочках, видимо, заскучал. Он взял коробку презервативов и встал в очередь, но потом спрятал товар в карман. Спойлер: искать воришку нужно точно не в роддоме. Полиция возбудила административное производство по факту повреждения камеры видеонаблюдения на улице Потребка Операции. Напомним, в 5 утра расстроенный неизвестный хулиган зашел в лифт. Сначала он бился о стены, а потом заметил камеру и вырвал ее, как говорится, с корнем. Ущерб, по словам потерпевшей стороны, составил 6000 рублей. Героя видеоролика продолжает разыскивать и жильцы дома, и полиция. Если вы его узнали, звоните по телефону, указанному на экране. 10,5 лет в колонии строгого режима за 50 граммов наркотиков получил 44-летний житель Кирова Денис Анисимов. В январе этого года мужчину задержали и обвинили в сбыте запрещенных веществ в составе преступной группы. Денис выполнял функцию курьера-закладчика. Сбыт происходил дистанционным способом через тайники, при этом подсудимый выполнял роль курьера. 18 января его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Приговор не вступил в законную силу, Денис с ним не согласился, и сейчас его обжалуют. Плохая освещенность и рискованная прогулка пешехода по дороге чуть не закончилась трагедией на улице Ленина. Владелец регистратора спокойно ехал прямо, как вдруг увидел перед капотом человека. Видимо, этому пешеходу жизнь совсем недорога. Навел суету водитель Рено Каптюр на привокзальной площади. Сначала он в последний момент остановился перед имеющей преимущество «Шкодой», а затем залез не в свой ряд и чуть не задел «Аутлендер». Стало копить злость и придумывать месть. Простила в спину гвоздь, меня принимала как есть, но безусловную любовь мне было не понять. Я стал презирать ее вместо собственного предательства. Я стеснялся тебя, я стыдился. Про таких говорят: машину водит неуверенно. Напугала очевидцев парочка любителей быстрой езды на Комсомольской площади. Ладно, первый-то пролетел. У него
что-то есть еще, ну, времечко. Я видел второго, тебя притормозил. Так-то вам встретились. К слову, на этом перекрестке за последнее время произошло несколько аварий. Мягко говоря, недальновидным показался автору видео водитель Kia Rio на улице Грибоедова. Следствие этого нарушения – чье-то испорченное настроение. Пустил по бороде правила дорожного движения водитель Range Rover на улице Бородулина и заставил очевидцев открыть рты от изумления. Видимо, спешил осуществить какую-то сокровенную мечту. И на этом у нас все. Телефон и адрес почты редакции не изменились. Вот они. Не попадитесь на уловки телефонных мошенников. Сюжеты мы постоянно показываем. А если вы увидите пьяного водителя, звоните в ночной патруль 45 50 02. До свидания.